А на сцене, дорогие друзья, лауреат международных конкурсов оперного искусства Алина Яровая. Спасибо, спасибо огромное, спасибо за то, что вы делаете. Это совсем не пустое.
Ты не далекие от меня вещи, то, что вы делаете. Моя семья также сталкивались с такими проблемами. Слава Богу, благодаря вам, докторам, людям, которые помогают, способствуют всему это, вдохновляют вас на этот сложный труд. У меня мама детский хирург. Я знаю прекрасно, какая это сложнейшая работа. Я не пошла по ее стопам, но я очень рада, что я могу также немножечко к вам прикасаться и дарить вам вот этот кусочек своей душевной любви и тепла. Спасибо. Спасибо и вам большое.